Позвольте вам представить моего коллегу по работе и друга Романова Михаила Семеновича. Значит, то, что он умеет делать, я считаю, это уникально. Значит, не так давно в Ютубе я нашел небольшой ролик, где, значит, он называется «За 3 минуты здоровая спина». И, значит, там предлагалось вот это упражнение, ну, предлагал молодой человек, он не показал все полностью, как вот сейчас делает Михаил Семенович, он просто отдельно показал, как его делать. И вот то, что сейчас Михаил Семенович показывает, я это вижу впервые. То есть я считал, что до недавних пор, что это практически невозможно сделать. Ну, теперь я вижу, что это возможно, и он делает, и все как бы у него получается. Я вообще считаю, что это упражнение, здесь не надо гигантской силы, здесь нужно как бы элемент выносливости, элемент, скажем, какой-то жизненной закалки, значит, ну, целеустремленности. Вот, и как раз вот я считаю, что вот этим, всем этими качествами всецело, значит, располагает мой коллега. Значит, вот эти упражнения, вот эти движения этого упражнения, то, что делает Михаил Семенович, они как раз вот являются основным вот этим, его иначе называют это упражнение «рамка». То есть вначале выстаиваешь минуту, значит, просто неподвижно, как вот, ну, как вот он до этого стоял, а потом по 15 секунд убираешь то руку, то ногу, в общем, определенным образом. Вот. И вот, как его сейчас вы увидите, значит, у него все получается замечательно, и чему я рад. Вот. Я не думаю, чтобы это и даже среди молодых, скажем, могли бы делать. Я думаю, что это упражнение могут делать единицы. Вот. И поэтому нам захотелось зафиксировать этот момент и, ну, показать всем вам, что Михаил Семенович, которому уже исполнилось 65 с хвостиком, вот, тем не менее, он как бы бодр духом, крепок телом, вот, и целеустремленен. Это непростое упражнение. Здесь дыхание сковано, значит, я сам пробовал делать, у меня не получилось. Вот. Ну вот, на это упражнение позади, значит, все было сделано замечательно. И вот мы имеем возможность показать вам всем этот ролик. Всех благ!